Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». 341-я миссия у нас. И тут арена мастер. Так, краб 5-го уровня. Это легенда, ребята, это легенда. Торни, бегуны. Так, тут еще кролик и единорог. Я думаю, что мы должны, в принципе, справиться. Я не буду убирать Янси, к сожалению. Прошлая серия, ребята, у меня не получилась, поэтому, как ты понял, мы с тобой пролетели аж целых две карты. Ну что тут долго-то грузится? Давай быстрее, мне уже не терпится навалять им. Ой-ой-ой. Слушай, смотри, что он делает. Так, давай, наверное, таким вот образом пока. Так, секунду, не надо тут буянить. Ну... Бу-бух. Понеслась, да, как говорится. Так, ну что же, пока вроде бы. Ах, у него тоже, оказывается, ураганчик есть. У него тоже есть ураганчик. Да вот фигушки тебе. Так, опять этот партизан бежит. Блин, он очень мощный чувак этот. Ух, сейчас начнется веселуха. Ты смотри, а. Просто сносит все на своем пути. Всех моих танков колбасит, а. Кролик, вали отсюда, а. Блин, и опять этот идет, смотри. Опять идет краб. Так ему. Кстати, давай-ка мы сделаем вот так вот. И отравление, срочно отравление. Так, хлопнул, да. Ну, вроде бы как все, ребята. Он остался беззащитным. И сейчас мы должны его, в принципе, наказать. Ах ты, у него же ураганчик, а? Ты посмотри. Давай вперед. В атаку. Да чтоб тебя. Не все так просто, как хотелось бы. На самом-то деле. Ну, здесь-то мы закончим с тобой или нет? Последний удар. Ну, последний удар нет. Он вызывает этого краба. И он... Да убей ты, господи, своего же. Нет, не можем мы и переманить пока его. Вот, все. Ну. Долго-долго мы, конечно, тут возюклись. Но главное, что все-таки победили. Так, и нам достается паучья попка. Ну что, переходим на следующий поединок. Да, друзья мои, вчера хотел снять видосик. Ну, в принципе, я его как бы и снял. Но накрылся у меня жесткий диск, и мне пришлось, ребята, его выкидывать и покупать новый. А прошли мы вот эту вот полностью карту и вот здесь вот. К сожалению, вы этого не увидите, но я вам скажу, там было жестко. Я пробовал разными колодами, и тебе скажу следующее, что без старикашки, без нашего, я справиться там не мог. Элементарно просто валят нас. Ладно, сейчас мы попробуем с тобой здесь пройти вот эту вот карту. От А до Я, как говорится. Вот я заметил, что зачастил вот этот вот краб 6 уровня. Это максимальный уровень, который я пока видел. И этот Мэнни здесь у него, смотри, видишь? 16 уровня, это тоже очень плохо. Плюс у него ярость. Так, давай старикашку вызывать, потому что, ну, надо, чтобы нам... Главное, переманить... Так, яд. Ну. Да чтоб тебе. Так, ну он взорвался, этот краб. Так, сейчас главное. Ох ты. Да ты хорош. Смотри, что творит, а. Так, этот робот еще. Ну, он ватный на самом деле. Единственное, что он может сделать, когда взрывается, переманить на свою сторону моих юнитов. Это он может, да, сделать. Так, по-моему, сейчас крышка, да, будет? Уничтожатель, да? Все, ребята. Быстро и легко мы здесь с тобой прошли. Так, заберем с тобой награды. И поедем дальше. У нас тут, кстати, будет 350-я миссия. Там останется еще 50 миссий, ребята. И все, и игра будет пройдена. Смотри, уровень сложности зашкаливает. Уровень сложности зашкаливает. То есть мне дают намек, что здесь ты вряд ли пройдешь, Рэй. Так что давайте, ребята,
Поднапряжемся и дадим врагу достойный отпор. Паук Фида с медалькой такой. Так, у него орки. У него орки. Так, стоп. Угу. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю все-таки. Сюда выльем кислоту. Смотри этого Фида, а. Фиг пробьешь его. Оу, там Раф сейчас будет стрелять. Он же жестко бомбит. Рафик-то вот этот загадочный. Ну. Трэш. Просто трэш. Вот. Ну бомбани ты, господи, да? Успел все-таки, да? Ну и слава богу. Сейчас смотри, сюда один раз залп свой бомбанет. И все полегли. Ну. Два гринча не могут никак рисануть нашу армию. А ведь они могут это сделать с полтычка. Вот, видишь? Отлично. Так, ураганчик. Ураганчик и кислоту. Обязательно кислоту выставляем с тобой. Еще одного старикашку позовем. И еще одного цветочного деда. Ну, осталось там совсем чуть-чуть, все. Прожали мы, так сказать. Так, много денег дали, это хорошо. И домохозяйка Анжела. Так, ну мы переходим на следующую миссию, 344-ю. И я смотрю, здесь пивнушка легендарная, да, которая любит со своей пивной пушки в нас пострелять. Плюс у него есть столб огня, 14 уровня. Это не есть гуд на самом деле, потому что теперь старикашек они смогут бомбить. Но мы все-таки попробуем с тобой здесь как-то отбиться. Уху-ху-ху, все как запущено-то. Так, этот поливает. Засранец мелкий. Тот толкает, этот поливает. Этот уничтожает вообще все на своем пути. Все преграды. Так, кольнул. Да ну. А кто у него мог рисануть? Я что-то не врубился. Давай, гринчи, работайте. Так, он еще одну призвал. Так, старички, давайте-ка быстренько как-то, я не знаю, перешаманивайте, что ли. Вот, совсем другое дело. Так, там Гретта у нас буянит. Ураган. И сразу же, естественно, сразу же яд. Ну вот, вроде бы как прижучили мы его, да? Смотри, он ничего сделать не может. И мы сейчас, скорее всего, победим. Ах ты, пламя все-таки сделал. Но наша победа. Хоть он наших дедулек Амуров и сжег, мы успели наказать главного персонажа. Так, и здесь нам выпадает Эльфус Пресли. Вот так вот. Ну что же, двигаемся тогда дальше. Сундучок, 345-я миссия. Так, вот этот вот громозека очень будет сильно бомбить. Поэтому в наших интересах его, естественно, переманивать. Переманивать на нашу сторону, чтобы он всех здесь уничтожал. Плюс у него еще ярость есть. Хм. Плюс у него здесь говорит ярость, да? Так, стоп. Чик. Да. Минус. Смотри. Видел, как он бомбит? Стоило его переманить на свою сторону. Два раза он по главному персонажу сделал удары. И все, мы выиграли. Так, специалист Янси. И последняя карта — это Беладонна. Ну что же, неплохо идем. Ровно, без помарочек. Так, я вот этого чудика видел 6-м или 7-м уровнем. Это жесть, конечно. Фиг пробьешь. Даже то, что я его переманивал. Она же переманивалка на какое-то определенное количество времени. То есть он выходит из-под влияний наших, да, и начинает опять наших юнитов бомбить.
Ну а здесь, как мы видели, третьего уровня, поэтому должны справиться. Обязаны справиться. Вон он позвал этого чудика. Офигеть. Так, а вот это вот не надо. Вот это вот не надо. Сейчас мы сделаем с тобой следующим образом. Вот так. И яд. Да, так вот будет получше. Смотри. Ну, псих, давай по своим бей. Красавчик. Ну, кажись, все, хана ему пришла. А нет, он успел кузнеца выставить, а? Давай, кузнец, бомби. Все, ребят. Старички, это, конечно, имба. Тут не поспоришь. Так, вот он, этот старичок. Амур Аркинсон. 347-я миссия. Здесь, в принципе, ничего сложного нету. Ну да, вообще ничего такого не вижу. Только вот этот вот робот может нам немножко, наверное, потрепать нервы вместе с кротом, и все. В остальном никаких изъянов я не нашел. Так, вот эта вот орчиха еще, да, кстати, может нам тут... Она же вроде имеет отражение урона. Вот правильно, бомби свою. Ай, как же быстро это все заканчивается у вас. Так, а этот что за неугомонный? Ты посмотри на него. Ты посмотри, как он живучий. Да ну, хорош. Да. Так, сейчас попробуем эту орчиху завалить. Тут еще и брок этот плешивый. Все, еще и это пришла, прикинь. Бумзи. Ай-яй-яй-яй-яй. Бумзи, это не очень хорошо, кстати. Началось, да? Так, короче, сделаем вот таким вот образом. Надоело мне на них любоваться здесь. Вот, совсем другое дело. Цветочный дедуля, живи, живи! Нет. Не живет. Ты гляди, как тут проблема-то пошла, а? Вообще ничего не получается. Я переманить не могу их. Почему-то. Так, орчиху завалили. Так, теперь им надо любовника Брока бомбить. У него в основном все на этих, ребята. На пушках завязано, заметь. Все на пушках. На дальней атаке, короче. Так, давай мы их сюда прижучим. И отравление поставим. Наконец-то вроде бы как пробили их. Нам вызвать надо Янси. Пускай бежит. Еще дедушку Амура позовем. Ну давай, давай, давай. Тут капелька осталась. Нет. Не хочет, а? Опять этот Мэнни вышел. Все. Трэш какой-то. Слишком долгая битва была у нас. Куранок еще этот несчастный появился. Я вообще про него забыл. Ну и 348-я миссия у нас на подходе. Так, опять этот у нас рак. Тут Беладонна. Убийца-ассасинка. У него замедляшка, кстати. Угу. Замедляшка. Так, успокойся, успокойся. Давай туда их всех в отравление. Тыдыч лопнул. Так, вызвали с собой Гринча на всякий случай. Сейчас пока цветочный дед у нас там. Ага. А как мы, интересно, так увидели ассасинку? Она же в невидимости была. Неясно было мне сейчас в данный момент. Как у нас это получилось. Во-во-во, вот, замедление врубил. Он врубил замедление. Так, что же нам надо сделать? Давай, наверное, еще одного Янси позовем и цветочного деда.
Вот смотри, видишь, замедлилась. Хотя мы ее не видим. Интересно. А если, например, сделаю вот так? Все, ребят, выиграли. Что-то нам в последнее время с тобой выпадает только лишь боты. Арена мастер, да, арена мастер. Так, денег дали приличное количество. Надо будет это все дело приумножить. 349-я миссия. Это предпоследняя. Так, смотри. Этот дурачок у нас 5-го уровня. Вот здесь уже начнутся проблемы. У него еще и хил есть. Ё-моё. У него есть хил. То есть, если он будет этого захиливать, то он будет практически неубиваемым. Так что, ребят, надо как-то, я не знаю. Вон он идет. Так, давай, наверное... Вот, хорошо, что он сейчас начал этих бомбить. Стреляем, стреляем. А почему я промахнулся-то? Так, вроде бы мы его ушатали, да? Так, бежим. Сломя голову, как говорится. Пока он еще одного такого не вызвал. А он вызовет его. Ну... Какой-то очень мощный. У моих танков просто на раз-два. Ну вот, об этом я тебе и говорил. Что он призовет этого. Ага. Давай еще разок по своему же. Ну... Прекрасно. Так, теперь нам нужно только лишь добить. Или как-то опять переманить его. Что-нибудь. Или вот так вот сделать. Все, ребят, выиграли. Чудесным, так сказать, образом. Паучья попка, опять же, нам выпала. Ну и заключительная на сегодня миссия. Так, смотрим, что здесь. Угу. Курица, бабка-курица, да? Можно попробовать вот этой, конечно, командой. Но у него, видишь, есть Мэнни. А давай вот этой попробуем, а? Ради фана. Команда, конечно, так себе. Но рискнуть можно. Видишь, тут нет у нас с тобой яда, чтобы убить вот этого пушкаря. Ладно, попробуем так. Ой-ой-ой-ой-ой. И пушкарик уже на подходе, да? И пушкарик уже на подходе. А это говорит о чем? Что, по-моему, сейчас нас тут... Видишь, что творит? Опа, в курицу превратил. Вот именно поэтому я всегда беру, ребята, отравление. Стоит только поменять команду и все. И сразу тебя разнесли в хлам. Ладно. Я это сделал только ради того, чтобы вы не писали больше мне комментариев. Рэй, ну что ты одной командой проходишь? Вот, ребята, поменял. И что, ты видел итог? Вот именно. Если есть команда топовая, так играй топовой командой. Зачем ты изобретаешь велосипед? Вот смотри сейчас, как мы тут с тобой быстренько всех расчекрыжим. Практически моментально. Блин, этот Мэй не вылез, а? Так бабуля еще бесявая, раздражает просто. Так, курятница. Курятница. Видишь что, он взял пламенем и сжег моих дедулек. Амурчиков моих. Гринч, ты рисани хоть кого-нибудь, пожалуйста. Вот, дедулик. Это уже хорошо. Теперь дедули будут здесь стоять и здесь. И пламени у него не хватит, чтобы уничтожить их всех. Да все, все, мы его прижучили. Вот так вот. Ну что, друзья, мы прошли. Так, золотой сундук получили даже, а? Опыт. А здесь у нас сторожевой паук Фида и Беладонна.
И, наверное, переходим уже на следующую карту. Так, подожди, а что это у меня? Ну да, как-то так втихаря. Я заберу награды. Вот. И, слушай, нам надо с тобой набить паки. У меня, потому что здесь нет ни одного пака, поэтому давайте-ка, ребят, нифига, чувак такой злой. 19 уровня, 20-го. У-ху-ху. Кажется, назревает проблемы. Ты посмотри, какой он бугай. Ты посмотри, какой он бугай, а? Я вот так вот сделаю. Не вовремя, конечно, мы этого захомутали, да? Мы его пропустили просто-напросто, получается. Опа, 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 еще и роботека. Ребята, еще и роботека тут подрядился. Так. Он все сносит на своем пути, этот робот. Всех моих танков все валит. Давай, 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 еще удар. Нет. И Беладонна, смотри, здесь бежит. Это ассасинка несчастная. Ну, просто взяла и уничтожила, да? Давай-ка я вот так сделаю. Сюда мы кинем яд. Слушай, а он боится яда. Вот этот вот, кстати, деревянный, так скажем, голем, да? Он боится яда. Ох, ё, красоты. Нифига себе, ядром сюда бомбанули. Но все равно, друзья, выиграли. Мои награды, конечно, мои. Ну что, первый сундук мы заработали. Погнали за вторым. Ты посмотри, что здесь. Вы серьезно сейчас? Вот это, вот с этим я должен бороться. Это, по-моему, бесполезно. Беладонна. Ой, Лорен даже тут 11 уровня. Ты представляешь, что сейчас будет? Ты, я ему даже урона не наношу, прикинь. Ай, трэш. Так, переманили. Не успели, не успели. Просто без остановки начинает бомбашить. Короче, делаем с тобой вот так и яд. Ну, ничего подобного, да? А этот еще и хиляет, что ли? Ты посмотри. Этот хиляться может. Да. Против легендарных карт только его же картами и надо драться. Я других вариантов не вижу. Ты посмотри, 6 уровня, блин. Надел на себя какую-то деревянную броню. И довольный. Есть. Так, ну что, второй сундук мы с тобой тоже получили. Значит, надо еще, два сундучка нам набить. И все будет окей. Опачки. Маг 6 уровня. Ничего себе. Тут еще и поле есть. Я представляю, как она сейчас бомбит. Она на первом-то уровне отжигает, будь здоров. Сейчас, наверное, вообще будет топчик. Так, Брок, ты будешь переманиваться? Так, еще и этот обалдуй вышел, прикинь. Давай, наверное, сделаем с тобой следующим образом. Так. Ну, естественно, яд. Естественно, яд. Так, минус кролик. Так, пускай они тут между собой подерутся. Вон она вышла, ребята. А он не дойдет, да? А он не дойдет. Фига она там фигачит. Так, нужно побольше дедулек нам с собой призвать, чтобы они могли здесь переманивать. Итак. Замечательно.
Лорен, ты здесь нам не нужна. Все, он беззащитный остался. Их не главный персонаж, и мы его уничтожаем. Великолепно. Забираем награды и двигаемся дальше. Тут нам дали вот такой хороший сундук. Кстати, мы можем на него нажать, чтобы он начинал уже открываться потихоньку. 8-й, 9-й уровень. Вы что, серьезно что ли? Как они у вас появляются? Вот объясните мне, где вы столько карт этих берете, чтобы так их прокачать? Я ума не приложу, ребят. Ну, что-то вообще мне это не нравится. Иди-ка ты отсюда, а. И яд вот с тобой так поставим еще. Прикинь? Стоило этого голема переманить, он с одной плюшки уничтожил главного персонажа. Ну вот и все, в принципе, да? Поэтому можно заканчивать эту серию. Кстати, нам осталось совсем немножечко пройти эту карту. И еще 4 таких же. И игра будет закончена. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.